Последние 20 лет Казань – один из самых динамично развивающихся городов России. Не зря ее все чаще именуют третьей столицей страны. Быстрое изменение облика города в лучшую сторону, как правило, связано с проведением мегапроектов и крупнейших событий. Тысячелетие города, универсиада, нынешний чемпионат мира по водным видам спорта и футбольный мундиаль в 2018-м. Это своеобразные точки отсчета не только в истории.